Здравствуйте. Ежедневно каждый из нас встречается с необходимостью решать самые разные психологические задачи и ситуации. И сегодня я расскажу об одной из них и дам практические рекомендации по ее решению. Надеюсь, они вам помогут. Мир продолжает стремительно меняться. Уже 2 года перед нами встают новые вызовы. Кто и почему остается на плаву и даже продвигается вперед, а кто сходит с дистанции? Давайте посмотрим. В кризисное время живут и развиваются те, кто занимает проактивную позицию, то есть действует. Чтобы развиваться, нужно быть готовым что-то менять, быстро реагировать, гибко действовать, искать новые подходы, способы жизни и работы. Для того, чтобы быть гибким, варьировать в изменяющихся условиях, нужны вложения сил, времени и финансов. На кризис, как и на стресс, есть 3 основных реакции – убегать, защищаться, замереть. И в кризисе тот, кто замирает или убегает, теряет позиции, ухудшает свою жизнь, а тот, кто начинает действовать, выстраивает новые связи, способы работы, быстро восстанавливается и достигает успеха. Во время перемен, которое уже пришло навсегда, необходимо наращивать количество компетенций, уметь работать в 3-5 профессиях, пусть даже смежных, чтобы быстро перестраиваться и иметь разные источники дохода. Лучшее вложение в кризисное время – обучение новым навыкам. Оно открывает новые перспективы, дает вдохновение, наполняет энергией, переключает с тревожных мыслей. Обучение в команде единомышленников еще более продуктивно, чем в одиночку. Коллективный опыт, положительные примеры других будут поддерживать по пути к новому. Обучение помогает в создании условий для своей профессиональной свободы. Переключаться, быть гибким на рынке труда, быстро реагировать на меняющиеся потребности аудитории. Сейчас открылось множество новых дорог. Проложите свою. Примите для себя решение уже сегодня. Хотите вы развиваться, жить лучше прежнего, привнося в мир через себя что-то хорошее? Какие свои навыки вы можете развить, расширить? Каким новым можете обучиться? Подумайте о том, что вам нравится, чем вы интересовались, но так и не нашлось подходящего времени. Одной из самых востребованных профессий сейчас в перспективе будет профессия психолога, имеющего практическую подготовку, то есть умеющего консультировать и работать с группами. У нас в округе есть возможность такого обучения. Хотите? Обращайтесь. Именно сейчас время сажать новые семена. Жизнь идет сегодня. Вложите в сегодняшний день всю силу и энергию. Примите нужные решения сегодня. Завтра будут новые задачи и новые силы. Многие уже это делают. Решайтесь и вы. Живите здесь сейчас. И помните, что счастливо жить можно каждому.